Всем привет, ребят. Ну чё, будет конкурс. Думаю, сегодня определю победителя. Конкурс на Огника и Розу. Ну, смотря на каком сервере, кому как повезет. Так, поехали. Сначала плюшки позабираем. Пооткрываем, посмотрим, что тут есть. И определимся уже по каждым серверам отдельно. Так, ну что у нас сегодня на английском хорошего? Это магазинчик. А, вот такой вот магазинчик. Сейчас мы потрешуем, что тут у нас поменяли. 600-240 камешков так и оставили. Так, есть железная воля, ложный, рвение и выживание. Вот так вот. Так, поехали. Поменяем, посмотрим. Монетки, монетки. Так, вот камешки. Ну, как видите, что-то они убрали. Так, это заберем. Четвертые сумочки за 3000 самов. Это по скидке. В принципе, более-менее четвертых сумок. Хорошие. А ты падают. Поехали дальше. Надо было не юзать все попытки так посмотреть. Так, забираем камешки. Так, опять забрали камешки. Ну, такое себе, не вижу я. Ну, железку продают, в принципе. То же самое. Поменяли просто у нас получается. Давайте железку заберем. Мало ли завтра введут. Да, видите, ничего такого интересного не добавили. Но все равно, в любом случае, это хорошо. И плюс. Так. Также шопинг спри сегодня у нас тут. Что на нем интересного такого есть? Так, шопинг спри. Ну, как видите, на краса никто даже не покупает. Скин на лазулю. Вот так, Розалинда. Вот, Огника можно будет собрать. То есть на этом сервере я возьму средний пак. Если победитель будет отсюда. Тут у нас за средний пак. Вот это большой на русском сервере. Это вот 100 осколков, плюс он оттуда сможет добрать, либо Огника собрать, как захочет, там у него будут попытки в шопинг спри. То есть кто что захочет, кто Розу захочет, кто захочет Огника, это уже его будет выбор. Так, ну это надо будет сегодня успеть. В принципе, на этом сервере до 8 утра все, поэтому думаю, успеет, захочет, шопинг спри достанет, там Огника, отсюда Роза. Так. Что тут у нас есть? О, ничего себе. А, это сегодня у нас 8 руны дают. Так, Dragon Orbs, поехали посмотрим, что тут интересного у нас будет. 28 попыток. Ничего себе. Интересно, что-то хоть поменяли или нет. Не, все то же самое. Огника нет. Давали 70 осколков. Сейчас даже 70 осколков не дают. Вот так вот. А, не, все-таки дают по 3. В принципе, тоже неплохо. Ну, в общем, победителя с английского сервера будет возможность собрать Розу там, либо Огника. Я думаю, это нормально. Сейчас пойдем еще на русский, посмотрим, что там на русском творится. Смотрите, вот чем мне нравится английский сервер, здесь вот в этой акции рандомно падают практически все. То есть у вас возможность будет
всегда собрать какой-то приз топовый, но в данном случае у нас пятерки не хватает. Интересно, выпадет, нет? Да, вот пятерочка вылетела. За 12 было 28. Ну, я уже могу наменять. Что тут мне наменять, конечно, я не знаю. Так. Я возьму пакт, пусть будет. Ладно, короче, это потом заберу, это очень долго. Затрату яиц, как обычно, топчик здесь. Accumulation Bonanza, поехали, сольем. Некроса, как всегда, все никак. А, это, говорю, Некроса сольем. Это за покупку, бонус, так. Уже даже забываю, какие здесь акции. Я их редко захожу играть сюда, потому что больше интересует рынок. Так, ну давайте попробуем что-то отсюда вытащить. Что-то нам уже упало, я не увидел. Что первое? В общем, по конкурсу вы, в принципе, знаете, что надо делать. Есть видосик, ссылочку на который я оставлю, начиная с которого на канале участвуют все видосики, там все рассказано, что надо делать. Перейдете по ссылочке, посмотрите. Возможно, сегодня еще какие-то там видосы будут, они тоже будут участвовать, поэтому у вас есть возможность, хотя, в принципе, у другие с разных весовых поясов есть, поэтому сделаем так, с того видоса по этот, который вот сейчас утром будет и где-то вечером часов 5-6 по МСК я определюсь с выбором видоса. Ну и рандомно выберу, не знаю, посмотрю, будет ли это стрим. Ой, ничего себе, будильничек заиграл, проснулись все. Будет ли это стрим или я выберу так, не знаю, посмотрю. В любом случае, если это будет победитель с английского сервера, мне надо будет сегодня с ним списаться. Хотя, в принципе, там и завтра будут акции. Если это будет победитель с русского сервера, там, в принципе, рынок целые выходные идет. Поэтому это не такая уж проблема. С китайки мы сейчас посмотрим, что там на китайке есть. Там Ухника уже продавали за пак. Либо розу посмотрим, что там есть. В общем, определимся уже по ходу, откуда будет победитель. Ничего себе. Так, забрали. Нифига себе тут сегодня акций. На английском сервере. Еще раз напоминаю, участвуют все видосы, даже стримы. Стримлю я сейчас в последнее время Anthem. Офигенная онлайн PvP игра, кооперативная. Поэтому, кто играет, пишите. Будем в кооперативе бегать. Такс. Надо кофейку бахнуть, а то еще не проснулся. Тун-тун-тун. Так, ну вроде с этим сервером разобрались. Плюшки я потом пооткрываю уже, остальные все. Так, забираем награды. Так вот, неплохо, в принципе. Так, что тут у нас еще есть? Роллинг. К этому мы потом дойдем. Так, дисконт мы разобрали. Поехали на русский сервер, посмотрим, что там делается. Что там на рынке с
сразу же определимся с призом на русском сервере. О, отлично. Вот тоже на русском сервере получит возможность тоже собрать розу. Вот сделаем розу, возможно, соберется и Огник, если победитель будет с русского сервера. Вот есть они в паке. Может, еще что-то, в принципе, разыграем. Посмотрим, может, так, с супер набор. Ну, вроде так неплохо на русском сервере. Начали камешки продавать. Правда, нафиг оно надо. Ну, в принципе, на основе можно будет потрешивать. Так, а что тут? Колесо удачи. Ничего себе, Огника дают. За 80. Жесть, конечно. Ну, кто копит монетки, в принципе, с донатеров, то может так. Рулетка удачи. Разбей яйца. Большая выгода. Подарки тут. Большая выгода. Посмотрим сейчас, что тут интересного есть. А, ничего себе. 100 феника, командора. Огник. Так, рулетка удачи, что нам скажет. В общем, на английском сервере розу, в принципе, будем доставать. На русском сервере тоже розу. На китайке сейчас тоже глянем. Возможно, повезет, в принципе, на английском сервере. Там человек сможет собрать Огника и на русском, если повезет за пак. Так, в принципе, как обычно, оно везет, поэтому, кто не успел, смотрите видосик с конкурсом, который в описании. Удачи. Так, что тут Огник, Огника так можно выиграть, ну, такое, призы, в принципе, более-менее неплохие, начали на русском хоть что-то делать. Так, ничего у нас нет, что там у нас из... Ладно, я уже думал, бля, сейчас будет на сардели имба. Так, а что у нас тут на смене? Корочка. Милость борца. Можно будет на архи потом использовать. Так, хорошо, поехали еще китайку посмотрим. Что у нас на китайке интересного? Так, китайка. Тут роза. Так вот можно собрать розу. Ну, с китайки мало кто выигрывал обычно. Поэтому тут даже заморачиваться, в принципе, не надо. В основном с русского. Ну, посмотрим. На китайке будем ждать смены завтра, либо там вечером что-то поменяют, хотя обычно на выходные они ничего не меняют. А китайки, в принципе, Огника собрать намного проще. Так, а что тут у нас есть? Так, роза. Ну, в любом случае, тут тоже розу соберем. Тут и пират есть. Как обычно, с мешками. Ой, куча акций разных. В общем, тут определимся потом, если будет отсюда победитель. Все, что надо делать, у вас есть. Нифига себе, разбросик халявный. Пишите комменты, лайки, репостики. Ой, еще не проснулся. Всем удачи, всем пока.